Всем доброе утро! Сегодня 28 июля 2023 года, пятница, город Харьков, на улице плюс 21. Сейчас на улице переменная облачность, без осадков на данный момент и ветра. Солнышко давно сегодня встало, в 4 часа 58 минут, зайдет солнышко в 20 часов 24 минуты. Долгота дня сегодня 15 часов 26 минут. Ну что, сегодня замечательный день, хорошая погода, но ночью шел сильный дождь с грозой, громом, молниями. Хорошо залило огород, поливать не надо. А сейчас вышло солнышко. Но по прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня ожидаются ливневые дожди. Ну что, начну с винограда. Виноград наливается. Это как бы основной наш виноградик, который находится у нас перед домом. Вот. Его в этом году не так много, но он есть. Хотя бы хоть что-то покушаем. Этот виноградик был посажен давно, еще дедушкой. Виноградик классный, вкусный, но поспевает он где-то в сентябре, в октябре. Мы в основном его переделываем на сок и просто так кушаем. Так, ну что, помидорки так как-то спеют. Сейчас дождик прошел хороший, поэтому я думаю, что они еще нальются. Вот, буреют, краснеют. Ну, в общем, хорошо. Ну что, муж сегодня пошел на огород. Как-то там пробрался, потому что очень мокро. И вот сорвал таких 3 кабачка. Общий вес я взвесила 2 килограмма 100 грамм. Ну, там еще спеют. Но те еще маловаты, поэтому мы оставим. Раз сегодня дождик, значит, они еще нальются. Так что вот такой вот у нас урожай. Будем их кушать. Очень вкусные, классные и свои. Это основной момент. Вот такой урожай помидоров и огурчиков мы сегодня собрали. Вчера, уже под вечер, я вышла на улицу, смотрю, кто-то начал обрывать эти желтые цветочки, золотой шар. Мне их стало очень жалко. Я не хочу, чтобы их пообрывали и побросали, как было сделано. Поэтому я взяла, посрезала, перебрала предыдущий букет. Все хорошо и добавила к нему. Поэтому вот у меня сейчас вот так. Правда, на него дождик пошел, но это не страшно. Все равно глаз радует. Ну что, сейчас даже распогодилось. Немножечко солнышко вышло. Дождя нет. Но осадки сегодня передают, и причем конкретные. И с дождем, и с градом, и с молниями. Поэтому, ну, мы с этим сделать ничего не можем, поэтому принимаем так, как есть. Но это плюс, польет, а это все-таки вода гораздо лучше, чем водопроводная. Поэтому, я думаю, на огороде все будет быстрее спеть, наливаться. Ну, и мы будем кушать уже свой урожай. В принципе-то сейчас-то мы и так кушаем все свое, потому что, ну, как вы понимаете, не набегаешься в магазин, да и зачем? Я вам все показала, рассказала, то, что сегодня, на данный момент. Всем я желаю хорошего настроения, хорошего дня, мира, добра и всего хорошего. Всем пока!